Сегодня на площадке Антикор Орталығы прошел брифинг. В ходе встречи было отмечено, что в целях снижения коррупции за 9 месяцев текущего года проведено 3 внешних анализа деятельности государственных органов и квазигосударственного сектора. По результатам проделанной работы внесено 98 предложений. В частности, в регионе приостановлена работа 21 оператора, осуществлявших незаконные проверки автомобилей. А за незаконное предпринимательство принято решение о конфискации дохода около 18 миллионов тенге в пользу государства. В целом, по итогам мониторинга портала «Единое окно закупок» сэкономлено 1,6 миллиардов тенге бюджетных средств. В рамках концепции антикоррупционной политики РК 2022 и 2026 года проводится комплексная и системная работа. За 9 месяцев текущего года в целях снижения коррупционных возможностей проведено 3 внешних анализа в деятельности государственных органов в квазигосударственном секторе. В том числе инспекции транспортного контроля, АО СПК «Каспий» и миграционная полиция, внесено 98 рекомендаций по выявленным рискам.